Здравствуйте, ребята! Добрый день, добрый вечер. Друзья, добро пожаловать на Пипегу Кап. У нас на втором, сейчас будет параллельно происходить у нас второй матч. Команда «Сырные колбаски» против Виктора Баринова. Ну, собственно, да. Для вас будут комментировать я, Ансоши, Достоевский и Арутара будет стримить. Здравствуйте, ребята. Мне кажется, все собрались посмотреть на Калибеда просто. Как он? Карты пофакашит карты. Мне кажется, если те, кто хотели бы посмотреть на самом деле за Калибеда, пошли бы к нему на стрим, потому что я более чем уверен, что стримит. Ну, а для тех, кому действительно интересен конкретно данный матч, добро пожаловать. Да? Единственный вопрос там... Да, все, пинганули. Будет у нас стрим на другом канале, к сожалению. Второго канала для Пипеги нет. Увы. Ну, ладно. Подожди... А, точно, это ж не Гриша. А, не, подожди. Я не понимаю. Куда мы стримим вообще? Мы стримим на канал хоста непосредственно, Томиганов. А, ну понятно. Угу. Ноль зрителей будет, увы. Ну, почти... вот уже 6 зрителей есть. О, хуё, навалило. Ну да. Ну ладно. Надо телефон пока что открыть. О, вот уже не ноль зрителей. Все, нормально. Так, подожди, это у нас... А, это у нас уже все, карта началась. Подожди, у нас все, уже матч начался. Ничего себе. Да, я, к сожалению, сейчас скажу точно, какая это карта у нас. HR2. Да, это HR2. Я почему-то сначала, что там вармапы еще собираются, только все дела. Тут, кажется, ладно, пикнули карту, окей. Карта довольно-таки неприятная, стать фритом ее играть тяжело. Да, ну нас, кстати, уже тем временем Аклибет дропает, Мажетки до этого успел разменять. Фулкома уже нет на стороне команды «Сырные колбаски», Рандаски также дропает ФК, но Роман, а-ля нет войнот, продолжает холодить ФК. Все, чего Караски пока что скоро будет находиться на стороне команды Виктор Баринов, к сожалению, неизвестно, какая команда это пикнула. Ну, узнаем потом. Да, узнаем потом. Можевский, к сожалению, ошибается. Но он Неллер разменивает, поэтому пока что есть хорошая команда на стороне Калибеда. Хобера. Опять у нас двойной брейк Можевского и Неллера. А вот брейк Роундаски был достаточно неприятным. Не поймет единственное, что СКБ на стороне команды Виктор Баринов. А Марк не хочет вниз. Да-да-да. Тем временем на стороне стороны колбасок. Ладно, Хобер дропает, конечно, комбо. Калибед единственный остается. Да. Который на деле, кстати, ну, неплохо довольно-таки пробили, да, у нас Хобер и Раундаски буквально недавно на нем брейкнули, но в остальном все остальные с ним справились. 100 тысяч уже на стороне команды Виктор Баринов. Еще 3 карты, но не твой ног, продолжает холодить ФК, Калибет также после своего раннего брейка тоже холодит очень хорошую комбу. По курсу немножко проседает, поэтому есть некоторые с этим проблемы. Но в остальном пока что очень хорошо складывается карта для Виктора Баринов, а вот Калибет уже ошибается, и это, можно сказать, уже ГГ. Он от карты, видно, играл. Может быть. Может быть. Или это так называемый сайт-рит? Ну, сайт-рит лучше трай, как говорится. Уж неизвестно, сколько карт на этой трай... Ой, на этой карте... Ой, что я говорю? Сколько траев на этой карте есть у Нирвенас, к сожалению, пока мы от него не увидим. Тем не менее, очень хороший от него скор. И счет 1-0. 50 тысяч. Да. Почти закрыл на ФК, но... Этого более чем достаточно для того, чтобы забрать данную карту у команды «Сырные колбаски», счет 1-0, и посмотрим, чей сейчас будет пик. Ой, там это снизу, это слева. Ломалось. Да. Там на время карты чат можно, наверное, убирать, потому что оно там ломается, видимо. Вот так. А, понял, понял. А нам почет посмотреть, конечно. Увидеть, кто сейчас пикает. А, по-моему, тут сцены для этого нет. У нас пика сейчас, кстати, Виктор Баринов. Это был первый брейкпоинт. На удивление, на самом деле, потому что
Карта дошла, ну, карта достаточно уверенно отошла в пользу Виктора Баринова как раз-таки, и учитывая то, что это первый брейкпоинт сразу же в матче, то тут немножко неожиданно, скажем так. Ну да, ХР один. Ага. Решили до конца уже закрыть ХР, к сожалению, бана нам неизвестна, но посмотрим еще просто. Чтобы не терпеть. Угу, угу. Сразу закрою сразу ХР. Ну, кстати, ХР первый тут в теории у сырных колбасок такое чувство должно быть получше, хотя тут уже вопрос... Сможет ли тут кто-то, кроме Кальбеда, его хорошо сыграть? Потому что, честно, я не очень сильно осведомлен о составе как раз кисерных колбасок. Не, ну, карта в целом такая не очень тяжелая. Там такой-то дефолт консистенция АИМ. Иногда, правда, с неприятными углами, но в целом дефолтный консистенция АИМ. Ну, в общем, самый обычный такой хэр первый, скажем так. Да. Ну, тогда посмотрим. У нас ГТРК выходит на сторону команды Виктор Баринов. В лобби топ-человек, топ-2 мира, как играть? Ну, Нитвено тоже более чем уверенно переиграл Клебеда как раз на прошлой карте, поэтому почему он не может переиграть его тут? Сейчас посмотрим, начинается ХР первый, пик команды Виктор Баринов. Махер Керап, это так, слоу. К сожалению, не особо знаю. Ну, я немножко знаком. Mm-hmm. В хорошем плане или в плохом? Ну, в хорошем. Ну, это хорошо. В любом случае, хардок первый начинается. Да, пока что самая дефолтная карта. Никто еще дропать комбу не хочет, естественно. Но есть проблемы с аккуратностью, на самом деле, очень большие. На стороне сырных колбасок. Аклебет и Неллер. Хардрок? Кстати, тут подожди, что тут с Circle Size? Circle Size? Эй, не помню. Тут... А, 5.2, ладно. Он почему-то мне казался очень большим каким-то для 5.2, ну ладно. В любом случае, пока что все продолжают холодить комбом. Потихонечку аккуратно выравнивать. А вот Нейр аккуратно не выровнял, так еще ошибается. Первый брейк на карте совершает. ГТРК это разменивает. Ой, ГТРК это еще одну ошибку допускает, там пока может себе позволить. И вот тиммейт очень хорошую курсы держит, также держит очень хорошую комбу. Нейлер опять же ошибается у нас тоже. Ну, для него хорошо то, что Клебет наконец-то привык к карте, выровнял свою курсы. Хобер с самого начала ее очень хорошо играл. Так что пока довольно-таки неплохо команда справляется. На карте присутствуют иногда такие не очень приятные 1/3 момента. Да, там буквально они из ниоткуда вылезают. В этом самом, я бы сказал, характеристика маппера. Вы видите, у нас 2 фока тут же дропается на том паттерне. И Фенот Хобер разменивается, ГТРК также поддерживает своих тиммейтов. Так называемый антисайт-трит момент. Да. Ну это сам такая характеристика именно артиста, Сонга. Там очень много таких моментов у него бывает Сонга, который прям хочется замахать внезапно внутри, но с тем временем Хобер и Неллер ошибаются вместе с ГТРК. Акребет единственный остается с ВК на стороне команды сырной колбаски. Время как Мажорский подождает холодить очень хорошую комбу на стороне команды Виктор Баринов. Есть саппорт комба от Нет Вайнота. Так что пока все хорошо складывается левой команды. Но скор дивиденд совсем небольшой. Так что любая ошибка здесь может все поменять. Даже такая ошибка до ГТРК может в теории перевести скор на сторону сырной колбаски. 1/3. ГТРК не пробивает, Хобер не пробивает. Показывается, только у Калибеда и... Каша справа. А, Мажевский там. Мажевский покажет. Да. Ну, Акуруси на процентку зачем у Калибеда. Да, но... По-моему, по комбе не двойной, но ГТРК лучше сыграли, нежели тиммейты Калибеда. Хобер очередной мисс ни на чем воздухе ловит. Мисс. Да, и это можно сказать, что почти ГГ, хотя в теории есть Мажевский, прям сейчас брекет, это происходит. 70 тысяч, конечно, уже есть на стороне команды Виктор Баринов, ГТРК это ошибается. Но никого нет абсолютно КБ в лобби. Ребята еще одну шкоду допускает. По маху маленько комбу набирает. Да, вот здесь плохо, что... Ой-ой, двойной брейк Мажевский, ГТРК это абсолютно все брейкает, но... Нет войну, а ты Хобер, хоть какую-то комбу продолжаю хладить. Ну не хватит. Нет, этого уже не хватит, если просто... Если прямо сейчас по мах не местник, то этого не хватит. Да, но... Ошибается ГТРК, ошибается Нейлер, но это не те миссы, которые нужны с ним колбаскам для того, чтобы камбэкнуть на данной карте. Нитвено будет дохалживать у нас, скорее всего, комбу. Времени просто не остается для того, чтобы камбэкнуть.
Хобер, единственное, остается хоть какой-то какой на стороне команды сырной колбаски. В теории, если бы не было таких частых брейков от Неллера и Акалибеда в начале последнего дня. Ну, это уже не важно. А было карты чуть побольше, хватило бы. Нет, там у Романа очень довольно-таки неплохая комба, да и там набрейкали все же Акалибет и Неллер в начале последнего Киая. Если бы не эти части брейки... К концу малость поднабрали. Ну да, но все равно из-за как раз этих брейков, я бы сказал, сырные колбаски отдают у нас данную карту. Поэтому... Там, конечно, все абсолютно брейкали под конец, но все же как-то местов со стороны сырных колбасок было побольше, но ладно. В любом случае, 75. Да. Пик команд. Да. Решают, как сказать... Гарантии коин забрать. Да. Нет, ну, конечно, говорить не будем, что пока с гарантией. Может произойти гибкий ком. Ну, учитывая то, что Акалибет пока что... Ну, как сказать... Я не хочу говорить, что он underperformит, честно. Но что он все еще ставит очень хорошие скоры, особенно относительно всего остального лобби. Но пока что этих скоров недостаточно против, для того, чтобы забрать поинт против Виктора Баринова. И вот на моде пятом как раз это та карта, которая в теории это может исправить, как раз и подправить. Пока что не очень приятное положение для сырных колбасок. Посмотрим. Там пока с третьим игроком у нас определяется команда Виктор Баринов. Ребята, карту просто как-то не делают. А-а-а. Ну да, но а вот это у нас... на карте происходит? На карте, если я не ошибаюсь, самый обычный, но мод пятый же. Нет, тут как раз таки по имени немножко надо. А-а-а, понятно. По имени слайдеры немножко поводить. Режим начинается в последней четверти карты. Ну, посмотрим, ладно. Просто если жим только последней четверти карты, то в теории Виктор Баринов может успеть достаточно неплохо комбы захолдить. Условно, если Неллер и Хобер у нас вообще не жмут и не смогут это проимить, в таком случае Виктор Баринов будет забирать данную карту, но посмотрим, как нам все сложится на самом деле. Начинается на мод 5. ГТРК это у нас становится последним человеком со стороны команды как раз-таки Виктора Баринова. Ну и поехали. Так, ой-ой, начинаем сразу же у нас с брейка Мажевского. Не удается ему пока что по курсу эту карту играть. ГТРК поддерживает своего тиммейта. Нитвенот уже остается единственным скобой на стороне команды Виктора Баринова. В то время как... Да, видимо, пик даже уже на этой стадии карты, можно сказать, что был достаточно неплохим для сырных колбасок. Потому что пока что они все продолжают держать 3 ФК. Хоть они очень хорошие акуроси, не продолжают. Ну, если посмотреть направо, то акуроси игроков слева кажется на самом деле достаточно неплохой. Ну да. Да. Ой, ГТРК-то ошибается еще раз. Мажевский же в это время продолжает халдить хоть какую-то на саппорт. Саппорт комбу, извиняюсь. Но, к сожалению, без брейков слева абсолютно это, усилия будут ненужными, потому что просто 3 ФК слева. Что ты тут против этого собираешься делать? А ничего. Да, ничего, потому что половина карты... Ну ладно, еще половина карты не позади, но у вас уже человек единственный не двойной, он остается с комбой, а вот наконец-то пошли брейки слева. Клебет Неллер у нас ошибаются. Но уже успели отходить себе очень хорошее преимущество 200 тысяч, оно только продолжает увеличиваться, потому что Мажевский ГТР Кэт продолжает очень много мисать. Нептуна, конечно, все еще пока что очень хороший аккорд, лучший в лобби, если я не ошибаюсь, но этого мало. Пока мы говорили о Калибет и Нейлер Мишеле. Да. Ну, пока... Сейчас начнется самый отвратительный парк на карте. Мажевский. Так, ой-ой, у нас Нептуна отшибается, и это уже все. Хобер мисс. А, хотя, подожди, ну тут проблема, ладно, ни у кого нет абсолютно комбы, да, КТРК немножко нахалдил, но этого... Ведь таким ты можешь право нахалдить столько, чтобы имущество пришло к ним. Ну да. Там, не знаю, там слева нужно ВФК, чтобы кто-нибудь встал, чтобы в теории это преимущество можно было как-то отыграть, и абсолютно не мешать команде справа, но уже Мажевский и не Нетронот ошибки допускают. Тем более команда слева набирает комбу помаленьку. Да. Хобер ошибается, ладно, Калибет, Хобер ошибается у нас.
Нелли продолжает владеть комбо, но здесь уже ничего не важно, потому что преимущество 450 тысяч. Карта подходит к концу, ГТРК наконец-то дропает, не твой нот единственный сколько какой-то комбо, но этого мало. Неллер у нас дохолдил комбо в очень хорошей аккурасе и 1-2. 1-2. Первый поинт для команды сырной колбаски. Да, и причем достаточно уверенный поинт. Все игроки абсолютно хорошо сыграли. Ну и, собственно, очень сильный тимскор. Да, конечно, топ-скора у них на самом деле в команде нет. За это у нас отвечает в очередной раз не твой нот, но, к сожалению, ГТРК и Можевский не очень хорошо с данной картой справились. Поэтому, да, сырные колбаски более чем уверенно забирают данную карту. И пик команды Сергей Виктор Баринов. Параллельный матч закончился, и нас зарейдила Пепега Кап, как бы. О! Здравствуйте, друзья! А вы что так быстро? Подождите. 40 минут всего лишь прошло. Там либо 6-0, либо 6-1, что там произошло. Сейчас посмотрим. Да, там 6-0. Команда пофиг победила. Can win with great friends. Так, ну ладно. Добро пожаловать, друзья. У нас пока что 1-2 в пользу команды Виктор Баринов. Собственно, пик команды Виктор Баринов. И это нам третий. Окей. Не, на самом деле я могу увидеть, почему этот пик будет работать, потому что Нитроена очень сильный альтернет-игрок. Ровно так же, как и Нитвайнот, который в целом на данном пуле, я думаю, большинство карт будет играть в очень хорош скор. Сейчас Мажерского, к сожалению, я не очень уверен, как он играет альтернет, но посмотрим. Даже специально, да, долгие карты пикайте, стрим с нами. Как я? Ой, боже. А что? А в чем проблема длинных карт? Не знаю. Ужас, какой же ужас. Ну ладно. А, понятно. Там другие турики у нас у людей. Хорошо, это забавная ситуация получается. Душат, душат, душат. Правильно делают. Причем душат своих же и чужих. Нормально. Да. Непонятно, кто кого душит, но плотнейшее душнило пошло. Да, но морально пока что... Морально нормально именно Виктору Баринову, как я понял. Так что можно сказать провокацию. Просто шарнул с утра маленько. Да. Так что им нормально. Но посмотрим, насколько нормально им будет на этой карте. Но мы третий начинается, пик команды как раз Виктор Баринов. У нас он начинается в очередной раз брейка Мажевского. Ну, можно сказать, что это тактический брейк, потому что карта достаточно длинная, как уже мы успели заметить в чате. Хоббер да. Также брейкает. Это самые длинные карты в пуле. Да-да-да, здравствуйте. Куда уж без них, извините. А что, вы думали, это вы с Эдикой поиграть? Не, ребята. Ну, вы. Ладно. На полторашке надо было ТВ сайтики играть. Ой, боже, не будем вспоминать это проклятый турнир в Суе. Главные мрази, полторашка, Усукап 2. Двое этих мрази сидят сейчас тут. Да, только меня не упомянули на той самой гифке, ну ладно. Меня тоже. А, нормально тогда. Так, скор, кстати, тем временем почему-то переходит на сторону команды Виктор Баринов. Видимо, по курсу есть некоторые проблемы. Да, там Нелли, к сожалению, 95% держит. Тем не менее, пока что все еще ФК. После своих ранних брейков Хоббер и Можевский также продолжают комбу халдить. Потихоньку сейчас будет переходить на первый КИ. Кат четверочки, все с ними справляются. Первый. Ну, первый КИ начинается тут же с брейка Можевского, скоро переходит на сторону сырных колбасок. И вот Неллер ошибается, это не очень хороший размен на самом деле. Потому что Хоббер все еще по комбе немножко отстает, да, конечно, халдит, но... Скажем так, в эндгейме это может не очень хорошо сложиться для сырных колбасок, но посмотрим. Я думаю, мы еще успеем тут увидеть парочку брейков. Так, ну и пока что, да, у нас Киай проходит. Все еще ФК на стороне Аклибеда, Нитроены, Нитвайнота. Хоббер также имеет очень хороший саппорт комбу. Ребятам в чате нужен МП-1, а у нас его нет. А у нас он появится тут? Скорее всего, нет, потому что... Ну, хотя можно даймуна в теории рефери пингануть, попросить кинуть. Профилактический пинг надо, так сказать, запомнить. Чудо, да. Он как раз сладился.
Хорошо. Ладно, в любом случае, пока что никто не хочет брекать нас на слово партия. Ладно, хорошо, я беру свои слова назад, Неллер ошибается. С другой стороны, это не самый плохой брейк, который мог бы случиться с твоими колбасками. Вот если бы брейкнул Хобер, например, или даже Акалибет, то было бы гораздо хуже. Ладно, пока что на стороне Виктора Баринов брейкает только Мажевский. Очень хорошо, хорошая для них ситуация. Два ВК все еще держат не Трояна и не Твайнот. В то время как на стороне остальных колбасок комбо единственное остается Акалибет, и эта ситуация не очень. Скоро потихонечку приходит. Уилл 7 пылинки сейчас. Да, давай, можешь, пожалуйста? Кстати, надо было. Угу, все, я спасибо. Короче, вот, два импелинка. Там сами разберетесь. Да, там... Ну, вообще их четыре, чисто технически, но рабочих два. В любом случае, у нас время, кстати, Кальбет брейкнул, последний ПК теряется на стороне стороны колбасы, в целом последний хоть какая-то комба. Время, конечно, тоже разменивает, но не твойно продолжает холодить ПКам. Уже, даже учитывая то, что мало времени прошло между брейком и Калибетом и Нитроену, очень много скоро уже успел себе отхватить Виктор Баринов. 200 тысяч уже есть преимущество, но только будет продолжать увеличиваться, потому что саппорт Мажевского сильнее, чем две комбы Неллера и Акребет. Ладно, Мажевский ошибается, но Нитроену просто покажет карту. Ему более чем комфортно здесь, Нитроену еще один брейк ловит. Слева, конечно, комбы немножко халдят, Неллер, конечно, отстает в этом плане немножко, но... Здесь просто бесполезно уже хоть что-то делать, потому что Нитроену закрывает карту на ФК. 400 тысяч преимущества, она так увеличивается в пользу Виктора Баринова и... Забирает свой пик, да, Нитроену от ФК. Потрясающий перформанс. 17 соток, хотя вчера это, по-моему, было каким-то ПК, что так 5 соток. Да, там вчера, если я не ошибаюсь, вообще дабл ФК было на данной карте. Уже не вспомню, честно, от кого конкретно. По-моему, там... блин, честно, не вспомню, ладно. Карта с подвохами какая. Да, тут вы не представляете, но тут на карте 1/3. На альтернете. Сержанта принесел. О, как. Ну, как. Но в любом случае, для Мажевского хорошо то, что у него очень хорошо тиммейты сыграли как раз-таки. Нитроену ФК, Нитроену также достаточно очень хороший скор, скажем так, 600, почти 700 тысяч. Поэтому да, 3-1. Пикаман сырной колбаски, тут же у нас ДТ 3. Буду продолжать спидобузить, я так понимаю. Пытаться спидобузить. Я не видел еще ДТ 3 в матче. А я его, кстати, пытаюсь вспомнить сейчас. По-моему, я тоже его еще не видел, но могу, к сожалению, ошибаться. Ну, посмотрим. Да? Так. ДТ-3. По идее, это же спид-пик получается, да? Получается, да. Кстати, мне нравится, что они пикают самые короткие карты, в то время как пока что Виктор Баринов пикает только самые длинные. Окей, это выглядит забавно. Сейчас еще следующий номод первый увидим, я так понимаю, тогда от Виктора Баринова, либо Фримонт первый, но посмотрим. На самом деле, в каком-то смысле даже Фримонт первый, наверное, может сработать для Виктора Баринова. Ну, проверим. В любом случае, пока что еще в этом матче ничего не ясно. По идее, сырные колбаски должны более чем уверенно закрывать данную карту. Как оно будет, на самом деле, сейчас увидим. Начинается ДТ 3. Да. Получится ли спида будет команда слева? Ну, учитывая то, что на одном моде пятом получилось... Я полагаю, что должно, по идее, все здесь пройти без проблем. Но проверим. Пока что никто не хочет брекать. Преимущество по курсе очевидно на стороне сырных колбасок. Поэтому... Пока что, может, когда спидобуз проходит, но комбу никто не дропает. Собственно, пока что потихонечку подходим к Яве. Я сейчас помнил, да, была у нас ДТ 3 уже в прошлом матче, в одном из прошлых, по крайней мере. Тем временем, Мажевский первую ошибку допускает. ГТРК также, кстати, разменивает его. Когда-то успел, к сожалению, продлил этот брейк.
Так, это Ромашевский очередной двойной брейк. Не двойной, это остается с ФК единственным. Приятный партек, либо мисс. Хобер также мисс. Нелли Редисон остается с ФК, остался до этого момента, Нелли, но... Не твой, но также дропит у нас ФК. Абсолютно нет комбы в лобби. Но за счет более раннего брейка ГТРК и Мажевского преимущество достаточно уже неплохое на самом деле. На стороне команды Сырный Кабаски. Просто из-за того, что у нас три человека слева долдили комбу до хотя бы Киая, скажем так. Поэтому, да, половина карты позади. 300 тысяч преимущества уже на стороне Сырных Колбасок. И здесь проблема, что вот на слоу-партах как раз-таки Сырные Колбаски более чем уверенно справляются с данной картой, в то время как Виктор Баринов только не твой нот может хоть какое-то сопротивление оказать, который к этому может, к сожалению, опять с картой не очень сильно справляется. Видимо, на таком старейте с жимкой есть некоторые проблемы. Ну, да, так, Хобер ошибается, Калибет Невер остается с комбой на стороне Сырных Колбасок. Мажевский ошибается, ГТРК продолжает какую-то собаку кому холодить, но карты почти не остается. По комбе у нас Сырные Колбаски лидируют и будут уже до конца, скорее всего, лидировать. 500 тысяч преимущества, и более чем уверенно будет забираться у нас данная карта с Сырными Колбасками, еще 2-3. Да, двойной брейк от ГТР Мажевского. Не твой, конечно, дохалживает у нас хоть какую-то комбу. Кальбет мистает под конец. Окей. Стало пока под конец. Да, ну, здесь и не важно. Заспидобузить получилось. Да, все же... Да. Виктор Баринов, к сожалению, нажмет только не твой нот. Остальных игроков не особо хорошо идут данного рода карты. Но, тем не менее, три поинта все еще на их стороне, все еще лидируют они. Собственно, посмотрим, смогут ли они укрепить свой свой лид, извиняюсь. Пик команды Виктор Баринов. Что они вообще в теории могут пикнуть? Кстати, почему-то мне кажется, сейчас может быть фримот третий. Учитывая то, что на альтернете у них очень хорошо показали себя, ну, условно, не твой нот и не троена. Ну, посмотрим сейчас. Да, в любом случае, пока что Виктор Баринов нас думает. Блин, нет. Ладно, это забавно звучит, но ладно. Фримат, да, немножко не попал я, к сожалению. Карта квестная, кастомная. А, да, кстати, кастом, скажем, уже у нас. Вот фримат второй я точно еще не видел. В этом я 100% уверен. Нет, ты бы видел, как это на шоу-кейсе сыграли. Честно, блин, а я не... Иден! Нормально. Причем по ТК. Не СС, не Скор, если ну, это да. Изи, поэтому увы. Но в любом случае, вот сейчас интересно, ладно, не, мне кажется, здесь вот конкретно в данном матче никто Изи взять, ну, не будет. Никого нет. Да, Изи игроков в этом лобби, к сожалению, недостаточно. Всего лишь ноль. Карта для Изи довольно трудная. А кто там шоукейсил у нас эту карту? Агимер. А, все ясно, вопросов не имею. Зачем только спрашивал, как говорится. Да, ну а фреймод второй, на самом деле, я даже не знаю, насколько это хороший пик. Пока что выглядит немножечко спорно. По-моему, там, на самом деле, тут еще достаточно интересный вопрос сейчас будет. Возможно, будет какой-нибудь вермот, не знаю, решит Акалибет взять ХДХР, например. Затанчить, скажем так. Скорее не затанчить, а наоборот попытаться закрыть карту на ФК и набрать еще больше скорой, чем возможно. Нитроена мог бы, Нитроена, честно, не знаю, Нитроена у нас берет просто хиден. Мажевский хардрок, и нет, все же решают Акалибету дать номод. Решает сыграть конкретно на ФК, скажем так. Посмотрим, насколько это хорошая стратегия. Начинается фримот второй. И пока что он не очень хорошо начинается, на самом деле, для нетроена краски, который очень много аккуратности дропает в хидене. Ну, пока что комбу все держат. Собственно, начинается
Киай, наверное, если его можно так назвать. Халибет на нем сразу же уже брейкает. Можевский разменивает. Ой-ой-ой, нитрей на Можевский двойной брейк. Неллер также в этом плане поддерживает. Халибет тоже ошибается. Единственный с ВК у нас остается не твойнот и Хобер. Пик на гарантии не получилось. Да, но в теории все еще можно как-то побороться забрать. Ой-ой-ой, Хобер начинает курсор Destiny, страшно немножечко. А, подожди, у нас все, у нас уже нет комбы абсолютно на стороне команды слева. Нитвейнот единственный остается с хоть какой-то комбой в лобби. И мало того, что это хоть какая-то комба, это еще и ФК. Окей, ладно. Нитвейнот ошибается, Мажевский продолжает... Продолжал до этого момента саппорт комбу халдейс. У нас, кстати, Нитвейнот все время успел мисснуть. Это... Госу, к сожалению, немножечко отупит, но, по идее, скоро еще должен оставаться на стороне Виктора Баринова, но ненадолго. Хобер, к сожалению, ошибается, а Калибет единственный с кобой остается. Нитвейнот пытается этому как-то сопротивляться, Можевский ловит мисс. Нитвейнот продолжает саппорт комбу халдить, но пока что этого немножечко мало, потому что у Калибета также была, ладно, хорошая саппорт комба в лице Неллера. Тем не менее, сам Калибет хороший комбу пока что продолжает набирать. Ничего еще не ясно. У нас буквально преимущество туда-сюда мечется. От любой сотки. Хобер ошибается. Нитвейнот и Нитвейнот хорошо. Ай-яй-яй. Вот это на самом деле был очень лишний проект, потому что Нитвейнот и Нитвейнот у нас успели захолодить достаточно неплохую комбу. Тем временем слева Неллер пока что... Ну, идет небольшой набор, но этого мало против Нитвейнота и Нитвейнота. Тем более Неллер ошибается. Можевский, конечно, разменивает, но слишком две большие комбы со стороны Виктора Баринова, Нитрена и Нитвейнот наконец-то привыкли к карте. Четверть остается до конца, Калибет буквально на воздухе ловит брейк, и да. Ну, ладно, Нитвейнот комбу у нас не будет дохалживать, тем не менее, Нитрена. Наконец-то привык к карте после своих ранних брейков. Окей, хорошо, ошибается, хорошо, мне нельзя говорить. Я понял. Ну, здесь уже в любом случае не важно. 160 тысяч преимущества, карта подходит к концу. Комбы абсолютно ни у кого нет. И не знаю, насколько с гарантией. Да, начало было довольно-таки жиденькое, но в конце более чем уверенно у нас Виктор Баринов закрыл сырные колбаски. И счет 4-2. Удивительно. Ну, видимо, да, там в начале осечки такие небольшие были, не привыкли к карте, возможно, или что-то еще. Но под конец, наконец-то вспомнили, что это так-то их пик, и надо забирать. Собственно, ни трейда, ни твинат нас довольно-таки неплохо захолодили. На самом деле, от Мажорского тоже достаточно хороший скор. Да, конечно, довольно-таки часто он в течение карты брейкл, но чисто за счет аккурсии. Тоже очень хорошо посаппортил своей команде. Ну и пик команды сырной колбаски. Ну, Фримут 2 это такой пик, где 300к есть, можно и поесть. Ну да, это правда на самом деле. Учитывая то, что слева, ну, не у всех получилось набрать такое количество скора, да. Это есть такое немножечко. Да, в любом случае, надо сейчас думать, на самом деле, сырным колбаскам, где еще в теории можно... по спидобузить. Если... Вообще, остались ли карты, на которые в теории можно спидобузнуть? По-моему, уже нет. ММ второй, наверное, разве что. А не забанен ли он? Ну, кстати, это хороший вопрос. Мне кажется, что забанен либо ДТ второй, либо ММ второй. ДТ один. ДТ один... Ладно, хорошо, когда у вас есть Экальбет в команде, то это пик вроде как хороший. Но это 7 стар. То есть тот же условный Нитвейнот сможет очень хорошее сопротивление здесь оказать. А Калибеду. А, ну, посмотрим. Я про ДТ-1, к сожалению, не могу что-то сказать, потому что, по-моему, еще в матче не видел эту карту. Ну, сейчас увидим. Я ее видел, да, как на фолкейсе. И там, ну там ДТ-1, я так понимаю, самый обычный. Ну да, такой базовый. Окей, тогда. Но в теории, блин, я честно не знаю, потому что... Аклибет как будто бы пока что не очень хорошо себя чувствует в данном матче. А это вообще может быть сейчас дабл пик. А у нас...
Что-то про даблпики писали, я честно не помню сейчас. Даблпик разрешен, все тогда. Даблпик разрешен. Да. Да, даблпикать можно, да, все верно. Офигеть. Где вы еще увидите, что даблпик разрешен, как говорится. Ну ладно. У нас, кстати, первое появление игрока Quality J в лобби. Видимо, чисто таким DT1 стенды нам взяли. У Помаха видно матч. Ой. А, там да. А, подожди. Не, ну-ка. А, это игрок команды Слев. Ага. Не, все же да, у нас не твой нот заходит в матч. На самом деле, без него данная карта, мне кажется, не выигрывалась бы вообще никак. Независимо от того, кто бы вышел на замену ему. Не, ну если там и колебать в миссе не упадет, то ничего бы не случилось. Ну да, но здесь проблема такая, что как будто бы Калибет пока что не очень хорошо себя показывает, честно. Я не знаю, это либо у меня делюзии такие, или что, но... Как будто бы пока что перформанс от него мог бы быть получше. Ну ладно. В любом случае, пока что... Это еще даже не конец матча. ГТРК от Мажаски у нас сразу же уже ошибаются. Хобер раннебрейк словил, но все еще 2 ФК. Сможет ли Акалибет ФКшнуть карту? Блин. Показывая такой перформанс. Мне кажется, что если уж говорить про карту, которую он ФКшнет, даже с его перформансом нынешним, то это, скорее всего, DT1 только. Да. Все же человек, извините меня, топ-2 мира. Как бы с топ-2 мира не очень комфортно находиться в мульте. Да, особенно на таких картах по типу DT1. Все, чем продолжает держать 99% курсифика. Ну и Ватима, на самом деле, тоже очень хорошо скоро показывает. И временем ГТРК от Мажанский после своих брейков тоже... Ой-ой-ой, подожди, что? Ладно, ребят, Хоббер ошибается. Полный кубарис от левой команды. Несмотря на это, единственное, остается с ФК. Есть очень хорошая команда на стороне ГТРК и Мажерского. И вот это уже опасная ситуация для сырных колбасок. Окей. Видимо... Даже находясь топ-2 в мире в команде. Ой, в лобби в одном, даже на DT1. Не все настолько очевидно, как могло бы быть. Тем более, ГТРК это Мажевский после своих брейк. Ой, после своих ранних брейк, извиняюсь, все еще халдили комбо, к сожалению, Мажевский ошибается там. А, ну ГТРК все еще халдит. Все, тихо, ничего не. Тихо. Хорошо. В любом случае, начинается снова Киаи, уже 100 тысяч на стороне Виктора Баринова. Мажецкий ошибается, но Quality J это разменивает. Есть комба у Аклибеда и Хобера, но не твоя продолжать держать ПК. ГТРК также все еще очень хороший саппорт комбу халдит. 3 карты остаются до конца, и с Киаем в целом достаточно неплохо справляются у нас команды, но все еще ситуация плохо складывается для сырных колбасок. Им нужны брейки справа. Так, вот это уже может что-то поменять. Не твоя, конечно, все еще держит ПК, но... Комбой. Да... Ну, ладно, может сейчас хоть какая-то комба есть, а Клебет Хоббер поджает холодить комбу после своих ранних брейков. Ну, как относительно ранних. Комба не переходит к ним. Да, потому что Нитфанас все еще держит ФК, и у нас карта к концу подходит. Все же успели себе очень хорошее преимущество забрать, пока Мисали, Клебет и Хоббер, и Калси Джей, вот Хоббер спросит. ГТРК также ошибается, но это не совсем тот мисс, который нужен сырным колбаскам. Помах, мисс. Подожди. Не твой нот ошибается, да, но это конец карты. Акалибет дохалживает комбу, но этого не хватает. Счет 5-2 в пользу Виктора Баринова. Брейкпоинт очередной у нас забирает как раз-таки правая команда. Так что сейчас у нас будет... Команда слева показывает как-то не самый лучший результат. Да, самый лучший. Ну да, здесь на самом деле у Калибеда очень обидный брейк, потому что если бы не он, то... Да, там бы хватило скоро, было бы что-то в районе 1 100 000, как у Нитвайнота, даже больше. Поэтому очень обидный брейк от Калибедов. Но, к сожалению... Калибедов.
Я извиняюсь, я... Акалибеды. Команда Акалибедов. Фримонт Тигри. Да, и все же Фримонт третьим нас пику. Это довольно очевидный, на самом деле, выбор карты для Виктора Баринова. О, карта от Last Hope, ребята. Да-да-да, ну тут Сонка еще, ешкин кот. Я сейчас пляс спущусь, жопой трясти буду всю карту. Это слишком хороший Сонг. Да, в любом случае, Фримонт третий, учитывая то, что мы увидели на ноде третьем, должен быть вообще односторонним. Да. Но! На этой карте поимки еще надо в некоторых местах, это непростой ноуд третий. Да, это, тем более он сильно отличается от нашего ноуд третьего, потому что здесь очень много неприятных именно снапа и моментов, как раз таки. Паттерны более линейные, но... А имеется тяжелее, нежели ноуд третий. Да, спейсинг у них побольше. И еще не будем... Более кому-то придется играть с хардворком. Да. И, скорее всего, Мажерский у нас будет... Я не знаю, кстати, как Мажерский это сыграет. Я не знаю, как он вообще... Может, Нитрейна в хардворке выйдет? Не-не-не, там пишет Мажерский ХР. Нитрейна, скорее всего, снова пойдет. Нитрейна ХД. Да. А Нитвайно, скорее всего, поставит ставку на то, что он уверенно в новом моде сыграет. Скорее всего, слева будет примерно такая же стратегия. Вроде торопились, друзья. И пикают в итоге все равно достаточно длинную карту. Ну ладно, в любом случае. Такую карту хоть 5, хоть 10, хоть 15 минут можно слушать. Слишком хороший да. И, кстати, нет, все же у нас Акалибет берет Хида, Нелли Рудали в этот раз но мод, Хобби остается с хардроком. В то время как, да, Мажорский ХР, но в этот раз не поймет. Да, кстати, это сомнительно, но окей. Да, посмотрим. Начинается у нас сразу же Фримо 3. Уже сразу видно очень большие отличия от ноумбода третьего, который у нас был до этого. Хоббер ошибается, к сожалению, уже. Ранний брейк. Нитрейна также миссает. И Нитвайнот миссает вначале. Необычно, достаточно для него. Учитывая, какой он перформанс показывал до этого в матче. Ну ладно, можно сказать тактикам. Можешь и... Да-да-да. А Калибет ошибается, Хоббер также поддерживает тиммейта. Нелли редится, остается СФК, причем не самый лучший аккуратный, на самом деле, но ладно, оставляет еще хоть какие-то шансы на камбэк на данной карте. Тем временем... Это не главное, у нас комбо-гейм же. Да, но здесь на самом деле ничего не главное, пока у вас справа халдят комбо, Нитвайнот, да, ошибается. Но, пожалуйста, здесь еще халдит ФК, Нитрейна после своего раннего брейка. Также. Хлеб это немножко плохо. Ну, блин, мне непонятно это решение, почему решили дать ему хида, но... Нет, вот, конечно. Ну, не знаю, условно. Хотя, ладно, да. Учитывая то, что Неллер пока что очень хороший перформанс на моде показывает, то да. Возможно, это не такое плохое решение было, но пока что. Да. В любом случае, по комбексу сейчас непонятно, кто выигрывает. У нас еще два ФК, Неллер и Мажевский. Наконец-то проявил очень хорошо себя проявляет на карте. До этого он лишь саппортил своих тиммейтов, это раз наконец-то выступил на подиуме, ошибается. Извини, пожалуйста, дружище, я не хотел. Я, к сожалению, ФК, Нитрейна, конечно, саппорт комба есть хорошая, но также нет некоторое количество комбы, но на самом деле слева было хорошо до этого момента, пока не произошел дабл-брейк, как Калибета и Хоббера, но Неллер все еще продолжает держать комбу. Преимущество потихонечку... Не, ну ладно, оно почти, кстати, перешло на самом деле на сторону сырных колбасок, но ошибается Неллер. Блять, последняя ФК, вообще как, хоть какую-то комбу. Тем временем справа у нас Нитрейна также продолжает халдить. Нитвайнот наконец-то привык карты с хидденом. Мажевский все еще показывает очень хорошую игру. Ну и попахивает ГГ. Ребята, попахивает таким плотнейшим ГГ. Да, потому что треть карты, даже меньше уже остается до конца. Справа люди, ну, слишком хороший у них тимскор. Нитвайнот нагло переигрывает Акалибета в хидене. Мажевский всю первую половину карты халдил. К сожалению, очередной брейк допускает. Тем не менее, достаточно для своей команды отхалдил преимущество. Роман Мажевский у нас, к сожалению, дабл брейк. Но Нитроена после своего раннего брейка в новом моде. Да, в не самый лучший аккорд. Но кому какая разница, Кобо Гейм рулит. Уже 4, почти 400 тысяч преимущества на стороне Виктора Баринова. Очередной даблбрейк Романа и Мажерска. Но уже какая разница.
Слева комбы абсолютно нет, чтобы противопоставить нетроение. И это конец. 6-2. Виктор Барин. 6-2 в пользу команды Виктор Барин. Да. Достаточно уверенно у нас забирают матч против Аколибеда. Поздравляем их с этим. Поздравляем с проходом дальше по верхней сетке. Ну и желаем удачи сырым колбаскам в нижней. А команда Виктор Барин проходит дальше. И на кого она проходит? Нику. Сетка есть? Вопрос хороший. Я, честно, не знаю. Можно в челлендже посмотреть. А где там нынче? Рид Форум Босс, так называемый. Да-да-да-да. У него сетка, ну. Ну, если она загрузится. Как бы, увы, полнейшее. Вот, загрузилось. Так, а какая у нас, кто у нас играл так? Виктор Барин и сырные колбаски. Они проходят на победителя матча Пика Жим и Остеохондроз, который, кстати, у нас... А там еще никто не выиграл. Они сейчас как раз-таки играют. Да. Буквально на... там только сейчас началось? Да, буквально 20 минут назад начался матч, должен был, по крайней мере. Его у нас на параллельном канале стриме, так что мы сейчас вас будем туда кидать. Да. Ну, а так, спасибо, что были с нами на данном матче. Спасибо игрокам за игру. Да. Спасибо, Гельфи Гедаги. Спасибо стримеру за стрим.